Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я замечаю, что меня тянет не к тем мужчинам. Но тут редкий случай идиотизма. Меня тянет к сводному брату, которого я недавно начала. Скажу сразу, отца у меня не было, они разошлись еще в моем самом раннем детстве. Отца я тоже нашла не так давно, до брата, но он хочет только моего отказа от его отцовства. У него был инсульт, и часть мозга пострадала. Вот, значит, понятно, что мне нужно поработать со специалистом, но, может, я сама смогу себе как-то помочь, пока напротив нет финансовой возможности. Ну, себе вы, наверное, никак не сможете помочь, потому что дело в том, что я даже вот по вашему описанию, да, не совсем понял, в чем проблема. То есть, ну, очевидно, что дело не брат. Вот, очевидно, что, ну, дело не в нем, совершенно очевидно, да? Вот, очевидно, что дело, ну, как бы, в чем-то другом. Дело в том, что вас, как бы, ну, тянет, как вы говорите сами, да, тянет вас к, ну, мужчинам. И вы называете это, ну, идиотизмом, вот, то, что вас тянет к мужчинам. Вот, и вот с этого я бы, пожалуй, начал. С того, что вы называете идиотизмом. Свой патрон. Вот. Понимаете? В чем штука? То есть, ну, вам чего-то хочется. Вот. У вас, ну, есть, ну, некая потребность. Вот. Вы называете это идиотизм. Вот. Ну, мне в данном случае, я бы сказал, довольно сложно воспринимать это как-то иначе, кроме как обесценивание себя. То есть мне сложно это воспринимать как-то по-другому. Нежели кроме как обесценивание себя. Вот. Ну, то есть вот то, что вы себя, по сути, обесцениваете. Вот. Я думаю, что это является, ну, одним из ключевых моментов. Вот. То есть вы себя обесцениваете, вы себя как-то вот принижаете. И, вероятно, в качестве компенсации, вот, вы вот испытываете, ну, такую вот, получается, тягу к мужчинам. Вот. Потому что понимаю в какой-то степени,
что это люди не совсем вам подходящие, да? Как-то вот понимаешь, что это люди, ну, которые, может быть, вам или не подходят, или вот как-то вот они, ну, обладают какими-то чертами, да, которые вот вам, ну, вам могут там, допустим, не нравиться. Вы в этом для себя можете видеть, вот, ну, скажем так, реализацию какой-то своей потребности, каких-то своих потребностей. Вот. По итогу, в общем-то, ну, как-то вот, по итогу как-то вот, в определенный момент, да, себе просто, ну, скажем так, разрешаю, да, ну вот, делать то, что, ну, вам как-то вот хочется, вот, по итогу. Понимаете, да, какая штука? Вот, поэтому вот в этом ключе я бы смотрел бы на эту ситуацию. Вот. Именно вот в этом ключе, именно вот в таком ключе я бы это, ну, рассматривал бы. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Так просто вы на данный момент просто себя обесцениваете. Вот. И все. Вот. К чему это вас, ну, приведет? Куда это вас приведет? Хороший вопрос. Ну, на мой взгляд, ни к чему хорошему. Вот. То есть, ну, чем больше вы как-то вот свои потребности игнорируете, да, больше вы бежите от них, ну, как-то не замечаете их, может быть, тем, по сути, получается хуже, ну, хуже для вас. Потому что, ну, свою часть личности вы как-то торгаете в этом смысле. Ну и, собственно, все. Вот. Это мы, ну, на данный момент, находясь в, скажем так, в круговороте своих собственных мыслей, вот, находясь в привычной модели действования. Вот. Ну, я имею в виду, что действую по привычной модели поведения. Вот. Вы не сможете себя
помочь. А вот, к сожалению. Поэтому, если у вас сейчас нет возможности, да, то что вы можете сделать? Ну, самое лучшее для себя. Это поставить цель. Такую вот поставить цель. Значит, ну, чтобы возможность как раз появилась. Вот. И это может стать как раз вот ну, началом для вас какой-то вот такой линии поведения, при которой вы начнете, ну, как-то выходить, да, как-то выходить за пределы свои, то есть, ну, за пределы вот именно, ну какой-то привычной вот модели поведения. Вот. На что вы можете обратить внимание? Да, вот я бы, наверное, мог сказать. На что вы можете обратить внимание, да? Это на интерес к своей жизни. Вот. То есть вы можете обратить внимание на то, насколько вам интересна ваша жизнь. Вот. То есть, насколько вы интересуетесь. Вот. Ну, и интересуетесь ли вы ей, в принципе. То есть, вот, насколько она вам интересна. Интересна ли она вам. Насколько вы там, ну, допустим, довольны своей жизнью, к примеру, да? Довольны ли вы, устраивает ли она вас, внимательны ли вы опять же, к ней, к своей жизни, я имею в виду. Вот. То есть вот на какие-то такие вещи вам можно обратить свое внимание. Вот. То есть, чтобы было что-то, на что бы вы могли обратить сами свое внимание, то есть на что бы вы могли опереться при столкновении с, ну, с каким-то событием в вашей жизни. Вот. Например, с отцом или братом. А чтобы у вас, ну, была такая возможность опереться на себя. Сейчас у вас такой возможности же нет. Вы сейчас, ну, не можете опереться на себя, получается. Сейчас вы можете только вы опираетесь либо там на папу, вы пытаетесь опираться, да? Вот, вы пытаетесь опираться на брата, ну, на кого-то пытаетесь опираться, в общем-то. Вот, ну, правда вот в том, что к сожалению, ничего хорошего из этого не получается. Ну, вот.
данном случае. Вот как-то так, я думаю, ну, каким-то таким образом можно ответить вам на вопрос, который вы задаете с точки зрения вот, психологии, да, с точки зрения психотерапии. И с точки зрения, моего опыта. Некоторая потерянность чувствуется у вас. Некоторая потерянность, которая связана с тем, что ну, вы даже не сформировали свой вопрос. Да, да. Какой помощи или в чем вы хотите, чтобы, ну, чтобы вам специалист помог. То есть какую проблему вы решаете? Что вы считаете проблемой? Вот, понимаете, да? Вот, знаете, все вещи очень важно обратить внимание. Вот, потому что это, ну, напрямую оказывает влияние на вас. Это напрямую влияет на вас. Это напрямую воздействует, определяет вас в том числе. Вот. И это вот, ну, может быть такой вот серьезной проблемой, как мне кажется. Вот. То есть тут дело не в мужчине, да. Дело не в мужчине, ни в коем случае, дело не в нем. Дело именно вот в том, чего, ну, в этом смысле, хочется вам, да? Вот, дело в том, в чём вы нуждаетесь, и чего вы хотите, на самом деле, ну, на самом деле, чего вы хотите. Вот, сейчас, как бы, вот, об этом информации, ну, нет, к сожалению. Вот, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Ну, хочется пожелать вам всего самого доброго. Хочется пожелать вам удачи. Вы большая молодец, что, что обратились, что, значит, ну, что написали. Вот. Я уверен, что было это непросто. Ну, для вас. Вот, ну, вы молодец, что эту тему поднял. Сейчас ваша задача заключается в том, чтобы как-то не останавливаться на, ну, на этом, на достигнутом. Вот. Чтобы двигаться дальше.
Вот, и чтобы, ну, поставить себе цель, например, хотя бы вот позволить себе профессионалам, ну, вам, чтобы помогли. Вот. Тут как-то так. Обратная связь по моему ответу поможет вам начать работу над собой, вот, поможет вам это сделать. Значит, всего вам самого доброго, обращайтесь.